А Гемодаровской области посетил новый симуляционный центр, открытый на базе городского родильного дома. Новый центр состоит из 15 станций, на которых молодые медики, а также врачи со стажем отрабатывают различные манипуляции. В новом симуляционном центре практические навыки по реанимации недоношенных детей, рожениц, родовспоможению, имитации родов медицинские работники отрабатывают на специальных роботизированных муляжах. Благодаря этим закупленным симуляционным роботам практиковаться здесь будут и проходить обучение эти парамедики, а также мы хотим, планируем здесь проводить обучение полицейских, которые также прибывают первыми на место автодорожных травм, и что при необходимости, чтобы и они могли бы оказывать эту экстренную необходимую помощь. Помимо симуляционного центра, базирующегося в городском родильном доме, открыт и симуляционный класс при Атырауском медицинском колледже. Там студенты отрабатывают практические навыки оказания помощи на 5 станциях. Стоит отметить, что новый симуляционный центр в Атырау оснащен самым современным оборудованием и считается передовым на западе Казахстана. По словам главы региона, который посетил новый центр, профессия врача предполагает ежедневное обучение и оттачивание навыков. Также аким Атырауской области ознакомился с работой городского родильного дома, расположенного в микрорайоне Алмагуль. Сегодня здесь в сутки на свет появляется до 20 малышей. Благодаря новой системе трех полос число койко-мест в отделении патологии сократилось с 30 до 16, а роженицы, прибывшие по экстренным показаниям, обслуживаются в первые 2 минуты. Главе региона рассказали, как проходит процесс принятия роженицы от приема покоя до родового зала. Теперь, благодаря новому симуляционному центру, в регионе планируется свести к нулю показатели материнской и младенческой смертности. Индира Мерекенкызы, Айбек Байзаков, служба новостей.